Ой, если вы думаете, что у меня ком в горле, вы правильно посмотрели на него. Потому что это утро на ТНТ, вокруг меня две жаркие, прекрасные мои соведущие. Это Рита, это Катя. И доброе вам утро. Меня по-прежнему зовут Арчи, вы на телеканале ТНТ. Еще раз доброе утро. Сегодня 26 октября, тяпница, то есть пятница. Завтра мы отдыхаем, а сегодня, 83 года назад, был открыт Малый театр. И еще в Америке сегодня день тещи. Арчи, поздравляем всех тещ! Арчи, что тебе есть сказать о своей теще? Когда у тебя будут дети, у меня сразу вспоминается анекдот про поводу плюнь мне на спину, затем, зачем? Мне врач сказал, змеиным ядом растираться. Вот прям, это про тещу прям. А еще в этот день, в 1965 году, участникам группы Beatles в Букингемском дворце, извините, с английскими словосочетаниями сложно мне, вручается ордена Британской империи за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании. Простите, вас перебью прям на секундочку. 26 октября считается днем рождения футбола. Ю-ху! В 1962 году Битлы записали прекрасные две композиции «Please, please me» and «Ask me why». Кто-нибудь знает эти композиции? Скажи мне, почему ты еще находишься здесь, когда тебе пора идти готовиться к новостям? Да, я должна сказать, что тема сегодняшней нашей программы – необычные путешествия. Если у вас есть интересные истории, присылайте свои смс на номер 5509 с пометкой «Истории». Не знаю, мне кажется, что все путешествия необычные. Даже если вы дома в ванной играете в ихтиандры, с любимым человеком, это круто. Если вам есть чем с нами поделиться, да, пожалуйста, 5509 номер смс-борта. И, друзья мои, скоро в нашей кухне появится Агния Дискоскита, которая будет готовить для нас завтра. Но если он получится невкусным, то мы-то знаем, как путешественнику, да, кто будет ей вот прям... В рубрике «Люди в шоколаде» репортаж с российской недели моды. Эксклюзивный материал. И чуть позже у нас, как всегда, в гостях появится Влад Лисовец. Вот, но это еще не все. Гостей звездных у нас сегодня будет много. Я буквально на днях был на ее показе моды, она выпустила на коллекцию. При этом она еще мама, замечательная певица и просто красавица. И зовут ее Алсу. Вот, но и это еще не все. У нас Михаил Кравченко, великий путешественник, который видел все везде. Ну, хотя говорят, что все и везде посмотреть невозможно, но он пытался это сделать. Вы ему сможете задать свои личные вопросы, прислав их на номер 5509 с пометочкой «Гуру». Знаешь ли ты, Арчи, что Анджелина Джоли была ярой путешественницей до того момента, как родила детей? Да, ты знаешь, что Билл Гейтс, кстати, тоже очень много путешествует, но, между прочим, ему отказали один раз во въезде в Нигерию. Побоялись, что он ее нищие хлопоты отберет и, в принципе, не произвел на них впечатления, поэтому был приятно огорчен отказом. Об этих и о других новостях нам расскажет Рита в своей рубрике «Хорошие новости». Доброе утро. Приветствую вас, друзья! Вашему вниманию самые позитивные, актуальные, эксклюзивные, хорошие новости. Я знаю о Суперстарс все, вах! И сегодня дни рождения отмечают нападающий Локомотива и российской сборной Дмитрий Сычев и Эдмунд Шклярский, лидер группы «Пикник». Успехов вам, друзья! И еще, в 1970 году, именно в этот день, состоялась премьера фильма Бондарчука «Ватерлоу» на Лондонском кинофестивале. Ну а в мире происходит сегодня вот что. Звезда моей большой греческой свадьбы Ния Вардалос снимает новый фильм прямо на руинах Акрополя. Картина «Моя жизнь в развалинах» первая за много лет получила разрешение для съемок на священном для греков месте. Кроме афинского Акрополя, в новой романтической комедии увидим Дельфы и Олимпию. Канадская актриса греческого происхождения Ния, очевидно, довольна местом съемок. Мы даже не думали снимать в студии, создавать ландшафт искусственно. Это неправильно. Писать сценарий о таких красивых местах, а потом их просто имитировать. Мы должны были снимать на Акрополе, в Дельфах и на Олимпии. И все вышло удачно. Вардалос в этом фильме не только актриса, она еще написала сценарий. А если вспомнить, что сценарий «Моей большой греческой свадьбы» номинировался на «Оскар», а он принадлежит Перуни, остается только ждать очередного шедевра. Солистки группы «Рефлекс» скоро станут героинями мобильной игры. И новинка эта будет доступна для обладателей сотовых телефонов очень-очень скоро. Ну а у нас на подходе следующая новость. Здрасте, на неделе моды в Лос-Анджелесе разгорается. Пэрис Хилтон не явилась на показ коллекции своей младшей сестры Ники, но пришла посмотреть на модели Петра Зилья. Голливудская львица, как и положено, приехала на этот гламурный вечер с опозданием и в зал вошла за считанные минуты до начала дефиле. Но правда в одежде Петра.
Тайлора. Мне так жаль, что я не попала на показ Ники. Я была в Торонто два последних месяца, мы там снимаем фильм. Так что я смогла улететь оттуда только вчера вечером. Ах да, мой следующий фильм «Ужастик». Ну посмотрим, кого и как эта милашка напугает. Похоже, нас ожидает громкое возвращение. Юрий Шатунов приступил к записи нового альбома. Юрий нам поведал, что вместе с молодыми авторами он сейчас работает над текстами новых песен, а продюсеры рассказали, что релиз планируется на весну следующего года. Ну и напоследок. Британская рок-готик-группа The Cure открыла вечеринку вручения наград популярного музыкального канала. Это веселое событие уже второй раз подряд происходит в Мехико и привлекает самых известных персон мировой музыкальной сцены. Хозяином вечеринки был Диего Луна, большая кинозвезда в тех краях. На сцене выступили Хуана с любимицей подростков Хилари Дафф и канадская певица Аврил Лавин, которая недавно гостила и у нас в Москве. Авриль, видимо, захотела удивить 10 тысяч посетителей концерта и сказала парочку слов на испанском языке. Gracias! This is awesome! Thank you so much! Большое спасибо! И не смогла скрыть своего воодушевления перед журналистами. Awesome! Это классно, на самом деле. Так интересно, просто потрясающе. Я в восторге, и я очень счастлива. Really lucky. Вы смотрели «Хорошие новости». Ну а теперь на кухню к ребятам. Агнетти Танкиты у нас сегодня в гостях в эфире. Она первый раз будет готовить завтрак, поскольку я знаю первый такую раз? Маленькую тайную информацию, что по утрам ты не завтракаешь. Да. Уже, да? Уже знаю. Это нет, правда? Но это привет. Правда. Здравствуй. Угу. Ну, наверное, ты кого-то кормишь, если ты конечно. Конечно, собаку. Я все-таки хочу задать вопрос. Я не знала, случайно собака. Извиняюсь. Леша. Я все-таки хочу задать вопрос. Тебя назвали в честь Агнии Барто или нет? Нет, нет, ни в какой не в честь. Я знаю такую вот штуку, то, что нельзя в честь кого-то называть. И я в это во все верю. Просто родители. Меня назвали в честь друга семьи. Извини, пожалуйста, они здесь, как обычно, себя пиарят. Давай расскажем, что мы готовим вообще, что у нас будет происходить, какие продукты. Хорошо. Значит, мы готовим греческий салат. Отлично. Да. Так. Все просто. Укроп и брынза. Да, ты вот руководи нами, ты ничего не делай, мы будем да? делать сами. Давай, рассказывай, что туда входит. Ну, значит, берем огурец. Ну и помидор. Ты видел, как у меня кухонный комбайн здесь отличный вообще? Да, отлично. Вообще, конечно. Мы все делаем. Так. Я не знаю, я обычно очищаю, но это все... Как скажешь, да? Это твой салат, ну, поэтому все. Мы должны делать все то, что ты нам говоришь. Все, значит, вот помидоры... Крупно режем, не крупно, мелко, не мелко. Ну, это на самом деле, как кому нравится. Кто-то тема любит. Сегодняшней программы – необычное путешествие. Какой самый экзотический уголок ты посетила? Таиланд. Ну, вы знаете, я была в Таиланде, на самом деле. Это очень такая экзотическая страна. И люди, которые... Ну, я не знаю, которые не очень, очень любят такой отдых, как Турция и все такое. А да. Любят секс-туризм? Секс-туризм, ой, да, мало, там да. Это было, конечно. Мне понравился Таиланд. Ну, понравился, да. Что там ела? Мне тайландская понравилась? Тайская еда. Тайская еда. Тайская. Нет, вы знаете, я там поразилась одной вещи, то, что... Сидит семья, допустим, здесь дорога, асфальт, едут машины, сидит семья на полу и кушает. И у них это так принято. То есть, когда мы подходим и на них смотрим как-то не так, то... Ну, они еще иногда предлагают угоститься. Обычно, да, обычно. В Москве так тоже дорога, семья. Да, да. В принципе, везде она так же, да. Скажи, пожалуйста, а что вот, понятно, что завтрак ты обычно не готовишь, а где-нибудь на гастролях или вот на съемочной площадке, ты же снималась уже не один раз, не один съемочный день прошел. Что ты предпочитаешь? Ты капризничаешь? Нет, я не люблю капризничать, честно вам признаюсь. Еще огурец? Можно еще, да, конечно. Угу. Огурец. То есть ты соглашаешься практически со всем, что тебе предлагают? Конечно, да. А кем я просто не ем актрисой. Вы знаете, все детство мечтала быть актрисой. То в силу того, что у меня мама актриса, я с ней все свое детство провела в театре, на съемочных площадках, и я поняла то, что все. А мне еще сказали, что ты наш хлеб собираешься отнять, скоро телеведущий будешь. Ваш хлеб. Да, на каком канале, если не секрет, и что это за программа, о чем она будет? На нашем канале будешь хлеб отбирать. Нет, не на вашем. На самом деле, ну, как бы пока это такая информация, пока я еще не... Ничего. Не очень знаю. Слушай, а правда, что в Вильнюсе, в твоем родном городе, есть такая площадь, на которой стоит знак и написано «Движение не больше 5 раз». Это вот за движение по кругу. Правда? Правда? Ну вот, а там...
Мне мои знакомые рассказывали, что в Вильнюсе есть на какой-то одной из площадей круговое движение, и висит знак не больше 5 раз. Типа, может, первый раз такой, я первый раз такое слышу. Это, может быть, в каком-то нестранном состоянии были? Не знаю. Или в анекдоте просто от чего читал. Почему я оттуда уехала? Я уехала оттуда, потому что... Почему что? Так сложилось. На самом деле, да, на самом деле так сложилось. И я просто знаю то, что здесь перспектив больше. Конечно, и русские парни. Русские парни. Чатов тоже. Да, расскажи-ка нам, всех интересует. Что интересует? Ну, когда у вас будет свадьба? Женский вопрос. И дети. Вот все они просили. У нас уже есть собака, на самом деле. Да, отлично. Поэтому вот. Член семьи. А какая, кстати, собака? Ой, знаете, из маски такая, Джек Рассел. Ну, я тоже Джек Рассел. Ой, это Ротик, это сестренка. Девочка? Фу, слава богу. Девочка? Мальчик. Ну, Рокки. Жалко, жалко. Я просто, да. Ну, да. Да? Да. Ладно, скрещивать мы их не будем. Я тоже пацан, я тоже Джек Рассел. Джек, а как зовут? Смайла. Майло. Смайло или Майло? Его зовут Майло, но мои друзья называют его Смайло. Майло. Да, скажи, если вы вдруг у вас появится девочка на горизонте. Ну ладно, мы сейчас не об этом. Девушка? А где? Девочка, как бы ты могла девочку себя характеризовать? А можно, можно нет, я о себе очень не люблю разговаривать. Вообще не люблю? А ты не любишь или любишь? Нет. Да. Он добрый. Кто, Леша? Да. Ну какой вообще? Готовит ли он тебе завтрак, ужин, обед? Я бы там мясо покурил. Ну, как бы, на самом деле, борщ варить – это моя обязанность. Я так считаю, что женщина должна готовить. И... вот, поэтому я варю борщ, а он его кушает. А с собакой кто гуляет? Ну, на самом деле, чаще он, потому что у меня в жизни было больше собак, и мне очень надоедает, на самом деле. А у него это первая собака в его жизни? А у него это, ну, такая настоящая, такая прям на долгое время, да, первая. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот семья творческих людей, в принципе, это хорошо или плохо, и часто ли это тяжело, из-за этого возникают какие-либо ситуации? Семья творческих людей, на самом деле, в принципе, вот творческие люди, когда живут друг с другом, они больше друг друга понимают, потому что в кино есть такие вещи, как... Выбрасываем? Да, конечно. Угу, как такие вещи, как? Как поцелуи, допустим, с кем-то. И, ну, простые, как непростые люди, я не знаю, как это выразиться, просто иногда не понимают этого, вот, поэтому... А он понимает? Да. Он не простой. Ну, ты знаешь, иногда происходит так, что творческие семьи расходятся. Вот голливудские семьи, если представить, практически счастье вам. Кто на самом деле? Ну, мне кажется, это не зависит от творческих, разводятся все подряд. Ладно, мы сейчас не будем об этом. Дай бог всем счастья и здоровья. Скажи мне, пожалуйста, какая-нибудь более курьезная ситуация, которая произошла у вас на съемочной площадке, например, из фильма «Жара». Вот, а что там случилось? Ну, я не знаю. Расскажи мне, пожалуйста, что-нибудь было вообще? Как завязывался роман? То есть вы там познакомились? Да. Я вообще не знала, честно говоря, кто такой Чадов до того, как я приехала. Ну, мы, в принципе, тоже ничего не особо знали. Ну, вот. Поэтому видите, как мы похожи. Что и произошло? Что? Расскажи, как вот роман киношник? Как это было? Вы увидели и... И все? Да. Так? Вот так, да. Так, отлично. Хорошая история. Да. Ну, в принципе, мы там познакомились, и мы влюбились. Я вот так вот скажу, признаюсь, потому что никто об этом не знает, я смотрю, да, всем интересно. Вот, поэтому, ну, в общем, все отлично и любовь, и морковь, и все дела. Короче, любовь и морковь здесь туда. Продолжается. Да, мы здесь пока дальше продолжим готовить салат, друзья мои. Не смейте переключаться, поскольку сразу после отрывка из фильма «Ван Хельсинг», который вы увидите на телеканале ТНТ, мы к вам вернемся и будем вместе, не побоюсь этого слова, пробовать, что у нас получилось. Как вкусно! Нет, Анна, это опасно! Там мой брат, отстань! Руби веревку! Сейчас же! Сегодняшний пресс-обзор, что мы для вас приготовили. И первая статья, которую нам бы хотелось рассказать вам, это 33 способа
как это сказать, вернуть отношениям страсть, наверное. Придать им... Да, если вы прежним путем с молодым человеком уже больше, чем месяц, полгода или год, и вам кажется, что ваши любовные отношения немножечко... Потухли, то мы предлагаем вам 33 способа, но все 33 мы рассказывать не будем, о том, как эти отношения возобновить. Первый способ, который нужно сделать обязательно, это принять вместе душ. Как вы к этому относитесь, девчонки? Следующий способ для того, чтобы отношения стали еще более страстными, это приготовить вместе ужин, завтрак или обед. Он режет, а ты наливаешь кофе. Вот, допустим. Либо заходить на занятия в какой-нибудь спортзал. Представляете, если вы в конечном итоге поженитесь и будете жить вместе, как он, будучи дедушкой, будет рассказывать вашим же внукам о том, как его бабушка ужасно танцевала сальсо или ча-ча-ча. Ну, мы с вами завтрак уже тоже готовили. Между прочим, я вам скажу, отлично получилось. Спасибо тебе огромное за этот прекрасный салат. Поскольку вот то, что оно есть, я потом даже скажу, что это не то, что съедобно, а прям очень даже вкусно. Еще, не забывайте делать друг другу комплименты. Комплименты нужно делать своему любимому мужчине, мужу. Неважно, ведь от того, что вы уже 2 года живете вместе, не значит, что каждый день не нужно говорить ему: «Милый мой, любимый, доброе утро тебе, ну, тебе, я так тебя люблю». Ведь правда же? Ну, конечно, вообще. Какой еще совет вы дадите нам для того, чтобы сохранить отношения страстными? Ой, ну я даже не знаю. Я не знаю. Ну, на самом деле это все зависит ведь от, от того, какие они на самом деле есть, эти отношения. Я сейчас зарыдаю, мне кажется, просто да, здесь. Не надо, мне кажется, я сейчас здесь зарыдаю. Нет, ну просто если вы любите, то тут кого-то, чего-то сохранять, раз уже ничего не получается. А у тебя родители делают друг другу комплименты? Родители? Вы знаете, ну у меня родители сейчас. Мама в Москве, папа в Литве, но... По телефону иногда, да, бывает. Бывает. Ой, знаете что, я, короче, кто о чем, я понял. Да, у вас, как обычно, здесь женские темы, любовь-морковь, я, как обычно, о еде. Вот, я нашел очень смешную статью. Все знают замечательный русский такой салат, сельдь под шубой. Да, естественно, вот уже ощутил его. Каждый полный. Новый, да? Да, так вот. Мы с друзьями идем в баню. Дословно зачитываю, потому что это нужно цитировать. Салат сельдь под шубой. Состав сельдь. Картофель, морковь, соль, яйцо, свекла, лук, майонез, бензоат натрия. Приятного аппетита! Журнал не могу показывать, не реклама, можете, да. Хотите, я вам дам расшифровку этого салата? Давай. Почему шуба? Потому что шовинизму и упадку, бойкот и анафема. Вот так вот. Ну, от анафемы перейдем к кошмарам и городским мифам. На самом деле, мы друг другу часто рассказываем всякие такие байки, и что из этого правда, что нет, я вам сейчас расскажу. Вот вы думаете, вот написано, нельзя смотреть на пламя сварочного аппарата, ослепнешь, правда или нет? Да. Правда или нет? Нет. Да правда. Поднимите руки! Правда. Нет, неправда. Нет, это правда! Она врет? Нет, правда, здесь написано. Далее, значит, энергетические напитки очень опасны для мозга. Для мозга. Как да, вы думаете, нет? Это так? Да. Да? Да. Это но пьем мы их много. Это миф, я вынуждена... Энергетические напитки можно пить, говорит журнал. Далее. Если упавшую на пол еду поднять в течение 5 секунд, она не успеет заразиться бактериями, ее можно будет съесть. Это как у студентов. Вы читали этот журнал, по-моему. Быстро поднятая сигарета не считается упавшей. Да, теперь, но мы здесь не курим, мы ведем здоровый образ жизни. Класть монетку на рельсы перед идущим поездом очень опасно. Это может вызвать аварию, правда или нет? Конечно. Да, монетку жалко. Расскажи, что ты... Это миф! Я можно. А у меня вот интересного то, что Ума Турман обручилась с миллионером, представляете? Ну, наконец-то. В смысле, группа Ума Турман, но... Нет, Ума Турман актриса, почему? А кто избранник? Избранник какой-то вот миллионер Арпад Бюссанов. А тебе нравится она как актриса? Да, очень. Очень вообще. Я ее считаю очень талантливой, очень симпатичной, харизматичной, настоящей. Мне очень она нравится. Спасибо тебе, Агнес, за то, что пришла к нам в гости. Спасибо за салат. Спасибо. Ну, а прямо сейчас у нас рубрика «Косметичка». Бежевые тени подходят абсолютно всем. Это практически универсальный цвет, который делает взгляд выразительнее, не утяжеляя его. Мужчины, хотите добиться повседневного стиля, но сохранить при этом изысканность? Тогда оденьте комплект, состоящий из строгих брюк, ремня, рубашки casual и джинсового пиджака. Это сочетание подойдет для любого случая.
И завершающее упражнение для усовершенствования вашей осанки. Встаньте к стене так, чтобы спина соприкасалась с ней. И в таком положении проведите несколько минут. А если войдете во вкус, то несколько часов. На этой неделе я вам рассказывал об основных модных стилях и направлениях. Итак, это классический, женственно-романтический, фольклорный и спортивный стили. Основные стили в моде можно назвать мини-стилями, такие как, например, морской, хиппи, панк или диско. Я вам желаю найти свой собственный неповторимый стиль. Удачных вам выходных! ТНТ, как всегда, мы встречаем это утро, и сегодня мы говорим о всевозможных и различных путешествиях. Если вам есть чем поделиться, с удовольствием присылайте нам свои сообщения о самых экзотических странах, в которых вы бывали, о всяких невиданных животных, диковинных сказках, всяких небылиц, частицах, ну, короче, о всем, в чем хотите. Если вы это видели сами, тогда шлите на номер 509 с пометочкой «История». Кстати, знаете, для того, чтобы избавиться от стресса, 46% россиян используют телевизор, 43% россиян слушают музыку, 16% едят, 9% занимаются сексом, 12% занимаются спортом и только 2% берут отпуск. Хотя, если верить мнению английского литератора Элберта Харборда, никто не нуждается в отпуске так, как человек, который только что из него вернулся. Это совершенно точно. Очень хочу в отпуск. На самом деле, в Индии была очень забавная история. Мы жили в всяких гестхаусах, и там были чудесные тараканчики и мышки. Вот такое было веселое путешествие. На самом деле, можно совмещать в путешествии приятное с полезным, потому что ученые говорят, что на Земле зарыто кладов на 900... Минуточку, миллиардов долларов. Представляешь себе? Так да, что поездки... надо отправляться в путешествие, искать клады. Да, вы, главное, не перепутайте контейнеры, которые обычно стоят около подъезда, с местами, где нужно искать клады. Сокровища инков. Между прочим, все знают, да, что если читать книги истории, очень много существует разных, как это правильно называется, поверий, были, о том, где можно искать какие-либо вещи, да, легенды. Так вот, например, сокровища инков. Уже 4 с лишним века в Перу во всех уголках бывшей империи инков роются кладоискатели. По легенде, в окрестностях Анд должны находиться невиданные богатства. Только пока почему-то их никто не видел. Вот, кстати, тоже на 10 миллиардов долларов зарыто у Белой горы, расположенной неподалеку от города Кинап в американском штате Юта. Мне кажется, вам пора уже туда ехать. Мне вот интересно, как они это подсчитали все, ничего не найдя, да? Да, срочно. Вот, человек, который больше всего, между прочим, заработал на туристах, я думаю, таких, которые пытались не только найти клады, но и тех туристов, которые смотрели мир, естественно, это Хилтон, основатель сети фешенебельных отелей. Его состояние оценивается в 100 миллиардов долларов, ну, после смерти, конечно. Давайте не будем только говорить о Пэрис Хилтон. Конечно, не будем, потому что через пару минут у нас появится в студии Влад Лисовец, а прямо сейчас у нас рубрика «Люди в шоколаде». Всем доброе утро, это канал ТНТ. Меня зовут Катя, я модель, и пусть вас не смущает мой японский вид. Сегодня я участвую в одном из показов российской недели. Российская неделя моды традиционно завершает показы модных тенденций грядущего сезона, которые проходят на подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа. Прогноз дизайнеров на сезон весна-лето 2008 выглядит так. В фавре будет черно-белая цветовая гамма, иногда дополняемая акварельными, почти прозрачными цветами – розовым, голубым, зеленым и металлик. Ожидается повышенный спрос на классические приталенные платья с раскрешенным низом и верхом по фигуре, а также платья завышенной талии. В премудрости кроя вдаваться не стоит, лучше отдайте предпочтение вещам, сшитым максимально просто. Актер Андрей Смоляков поделился своим отношением к русской моде. У нас ведь ребята не менее талантливые и не менее изобретательные. И порою вот это наше русское практичное, попытка изобрести что-нибудь изящное, дает очень хороший результат на самом деле. Другая беда, что, конечно, наши не так раскручены и даже внутри страны не так востребованы, как зарубежные, так сказать, великие бренды. Также Андрей рассказал нам о собственном опыте работы моделью. Нам же артистам как? Нам надо классифицировать то, что ты делаешь. Вот. И я вывел формулу, что такое выход на подиум на показе мод. Это выход на поклон, а не игра и спектакль. Сегодня пятница, и к нам каждую пятницу в гости приходит Влад Лисовец для того, чтобы поделиться с нами последними тенденциями в мире моды. На этой неделе проходит неделя моды, поэтому сейчас мы пригласили Влада для того, чтобы он рассказал нам все самое животрепещущее, все самое интересненькое о том, что будет носить модно весной и летом следующего года. Да.
Рассказывай. Слушай, давай для начала все-таки поправлю тебе прическу, потому что мне как-то не очень нравится вот это вот делали-делали, и все разваливается. Ну, как ты, по-моему... Потому что я всегда трогаю волосы руками. Девчонки, если вам хороший стилист сделал все-таки мейкап и прическу, никогда не трогайте себя после этого руками. А вот я нервничаю, начинаю разговаривать, и мне всегда хочется что-то поправить на голове. Но теперь не буду, потому что... Ну что, начнем обсуждать? Давай. Давай, значит, начнем давай с обуви. Давай. Значит, что будет модно? Давай, давай мы, знаешь, как сейчас поговорим вообще и о зиме, и о весне. Давай. Да? Давай с обуви. Значит, очень длинный каблук, высокий. Да, прям прямой. 8, 9, 10, 12, 15. 10, 12 со скрытой платформой. Деревянный каблук. Ну, это, в принципе, было модно, можно носить эту обувь. Это, по-моему, в 60-е было модно. Это было модно всегда, и в 70-е тоже. Так. Значит, помнишь рюмку? Каблук рюмочкой. Да, у меня у мамы есть. Очень модно сейчас. Остроносы, рюмочка, такие ботильоны, знаешь, с широким голенищем. Угу. Очень модно. Значит, что, о чем еще будем говорить? Брюки. Укороченные брюки с бедрами. Галифе. Наполнение, женственность. А толстушку можно носить такие? Конечно. Брюки? Бриджи тоже галифе. Значит, цветовая гамма серый, синий, бежевый. В общем-то, как так. И одет Влад Лисовец, самый да, модный. Да, да. Значит, бананы, помните брюки? Угу. Помнят все. Надо носить бананы. Тяжелые свитера. Двубортные, на пуговицах, как было модно в 80-х. Длинные, можно сверху одевать лаковые пояса. Uh-huh. Пояса прям очень широкие, вот как у тебя. Ты же у нас фэшн, понимаешь? Вот ты сидишь, посмотри, в роскошном модном поясе. Так, пиджаки в клетку а-ля Шанель. Да? Uh-huh. Пиджаки в клетку, приталенные, короткие. Пальто в стиле 60-х. Колокольчик, опять вспоминаем, с крупными пуговицами. Uh-huh. Вот цвета тоже, можно даже яркие. Дальше. Очки грубой формы. Вот сейчас все то должны как прислушаться. Женщины должны носить практически мужские очки? Нет, именно грубая пластиковая форма. Снимаем очки в железной оправе, одеваем с грубой, грубым пластиком. Толстая оправа. И очень модно носить обманки. То есть ты хорошо видишь, но у тебя стоят белые стекла. И все думают, что у тебя что-то случилось со зрением. Это выглядит очень модно. У нас есть несколько девушек и мужчин в студии, которые носят модно, очки конечно. Обманки. Так, ну, золото, серебро, лак, естественно, модно все так же. Сумки. Значит, никаких брендов, чтобы не было написано, вот, как мы любим, да? Да. Это все убираем, пускай подружка спросит, а что у тебя за сумка? Вот такая должна быть сумка. Mm-hmm. Разных абсолютно форм. Большая, маленькая, средняя. Значит, мейкап. Я сейчас скажу, что стало появляться. Сейчас все русские женщины будут должны хлопать в ладоши. Возвращаются голубые тени. Так любимые русским народом. И красная помада, белая химия. Помните вот эти продавщицы советских годов? Забываем про розовый цвет. Да, как любимый. Это уже тебе поклонницы звонят. Это мне уже звонят. Да, уже сейчас я всем отвечу. Прически удлиненные, волосы натуральные. И еще самый главный совет, пускай все девушки тонируют натуральные волосы, чтобы они блестели и были ухоженными. А как это, подожди? Ну, потому что у нас очень много женщин считают, что натуральный цвет это очень красиво. Как вернуть волосам блеск? Вот, ты знаешь, есть вопрос. Тонирующие краски, они абсолютно не портят волосы, но придают безумный блеск волосам. И волосы играют, они светятся, и это модно, и это хорошо. Скажи мне, а стоит ли красить волосы дома, или все-таки лучше для волос ходить в салон? У меня даже есть клиенты, которые приходят ко мне стричься, но красят волосы дома. По разным причинам. Финансовые и так далее. Кто-то нашел свою краску. Да, вот просто попробовал один раз, и ей нравится. Если хорошо получается, если на голове нет никаких пятен, и все хорошо, аккуратно прокрашено, и вам нравится этот цвет, почему бы нет, пусть красится. Дома, а цвет волос какой должен быть? Платиновый блондин, желтый блондин? Ну, ведь это сейчас, знаешь, я сейчас буду советовать, что модно? Модно натуральные. Конечно, вот те блондинки наши, вот русские, яркие блондинки, в розовой кофте и сильный загар, вот как мы любим, это уже все ушло. С голубыми бледная, тенями. Да, бледная кожа, голубые тени, натуральный цвет волос. То есть на этот сезон мы отказываемся от солярия. От розовых цветов. Красим глаза голубыми тенями. Ну, такими, да, светло-голубыми. Закрашиваем вот этот кипельно-белый цвет волос. Делаем его более натуральным, более спокойным. И одеваем клетчатый пиджак? И одеваем клетчатый пиджак, пальто, юбку. И даже если сапоги найдете клетчатые, пожалуйста, носите. Влад, скажи мне, а твоя интуиция как хорошо развита? Ты знаешь, очень хорошо. Очень хорошо? Да, то есть ты сейчас хорошо. Знаешь, ты видишь, какую мне... рубрику покажем? Мы будем, наверное, смотреть, что, рубрику «Интуиция»? Да, мы посмотрим сейчас кусочек программы «Интуиция», которую вы сегодня увидите вечером на телеканале ТНТ. Давайте посмотрим, выиграет ли участник миллион рублей. Ага, ну и кто из наших незнакомцев, по-твоему, больше всего похож на стриптизера? Мы выбираем молодого мужчину. Почему? Потому что женщины любят смотреть на молоденьких. Вообще-то женщины любят то, что погорячее. Я думаю, что это номер 8, потому что
Все остальные... Что все остальные? По возрасту не проходят. Я тебя умоляю, номер 8 от номера 10, в общем-то, большой разницы в возрасте не отличает. Ну, я не знаю, номер 10, вот, я не представляю себе на сцене в таком качестве. Старый детский минут, когда типа муж, женщина в магазине стоит и говорит: вы знаете, я так бы хотела купить эту шубу. Продавщица такая говорит: ну да, только она очень дорого стоит. Она говорит: ну да, у меня денег нет. Продавщица такая говорит: ну и пошли бы, она говорит, деньги есть у моего мужа. И снова здравствуйте, это утро на ТНТ. И мы сегодня продолжаем говорить о самых незабываемых путешествиях. Рассказывайте нам, что с вами происходило в других странах. Может быть, замуж вышли, например. Пишите на 5509 с пометкой истории. Рассказываю вам сейчас самые интересные обычаи в странах, куда, возможно, вы поедете на Новый год отдыхать. Вот, допустим, в Италии. Даже самый галантный итальянец никогда не подаст вам пальто и даже не поймет, чего вы от него хотите. То есть не стоит обижаться на итальянцев, если они не подают вам пальто, возможно, в кафе или ресторане. Зато он может рассказать вам о своих пищеварительных проблемах и сложных взаимоотношениях с какой-нибудь едой. Эта светская беседа рангом не ниже той, что о погоде. Кроме того, итальянский поклонник вас не пропустит вперед. Представляешь, Арчи? А расспрашивать австралийца о его предках в стране, где значительная часть населения потомки ссыльных каторжников, это просто бестактно. А еще у японцев не принято говорить «нет». Представляете, что, как отвечать женщине, если ей не нравится мужчина? То есть в Японии нельзя говорить мужчинам «нет». Нет, не слышно. Нет, нельзя говорить слово «нет». А шоколад воздушный специально придуман для современных девушек, которые любят путешествовать, потому что у него очень удобная упаковка, ее можно открывать и закрывать несколько раз. И потом, благодаря этой упаковке, лучше сохраняется вкус и аромат шоколада. Какой отвратительный шоколад! Прям ты так вкусно рассказала. А вот некоторые путешественники любят, некоторые люди... Вот, кстати, знаете, когда путешествую, не понимаю, то ли я больше люблю ночные клубы посещать, то ли всевозможные музеи. Кстати, есть музеи даже очень интересные. Но я не буду рассказывать. Я один раз поехал там, года два назад, я купил машину новую, и поехал. Значит, Белоруссия, Польша, Германия, Голландия, Дания, Швеция, паромом в Финляндию, обратно в Москву. За две недели я намотал 7 тысяч километров, один за рулем, было очень круто. Да, ты сказать, да, мне очень нравится. Вот, и смотрел всевозможные различные музеи. Ну, про Голландию рассказывать не буду. И так все понятно. Вот в Дании располагается музей картофеля. На самом деле, там собраны все-все сорта ко всевозможного разного картофеля. А в Англии, я, правда, не был в Лондоне в этом музее, но читал, что есть музей детских игрушек. И там собраны, если вы хотите окунуться в мир детства, то в следующий раз обязательно, когда буду в Туманном Альбионе, обязательно зайду. Я же такой большой ребенок. Ну, а прямо сейчас мы обязательно продолжим эту тему. «Люди в шоколаде». Рубрика наша. Доброе утро, это канал ТНТ, меня зовут Дарья Разумихина, сейчас я вам покажу свою новую коллекцию. Сегодня у меня показ вечером, я представляю коллекцию «Лето 2008» под названием «Война и мир». Вот, ну что, у меня в этой коллекции, как всегда, есть мои любимые кружева. Когда мы делаем наборные вещи из русского кружева, это вот юбка, связанная крючком кофточка у нас здесь идет. И идут самые разные вещи. Здесь сочетание идет многих тканей в каждой вещи. Ну вот, наверное, самое характерное, например, вот наборная юбка, это вот когда мы используем практически все ткани, да, одной тональности в коллекции. Они собираются вот в такие вот рюшки. Эта вот юбка такая пышная, она будет комбинироваться вот с таким вот тоже наборным топом из многих вещей. Сейчас все вещи висят по именам манекенщиц, которые будут в них выходить. Но это вот такое вот тоже характерное платье для этой коллекции. В принципе, да, это одна из тенденций следующего сезона. Вот такие вот пышные юбки, подобранные к низу. Я использую, как всегда, все мои любимые материалы. Кружева, тесемки, набивной лен и так далее. Вот, ну что у нас тут еще? Такие вот из... новых и современных, вот опять же, ну такого же плана юбка черно-белая. Вот у нас идет такие полуспортивные топы, напоминающие толстовки. Это вот тоже одна, так сказать, из тенденций нового сезона. В принципе, в этой коллекции много очень красивых платьев вот такого вот плана. Здесь используются ткани, набивной лен. Это вот тоже платье из новой коллекции, тоже из нашего шитья. Вот, и опять же русские кружева. Это вот один из моих любимых комплектов. Это вот такой вот топ. Вот. Здесь эта юбка тоже называется «Война и мир». Вот в этой одной юбке используются все мои любимые материалы сразу. То есть это и тесемки, и кружева, и лен, и хлопок, и аппликация. И даже мои любимые тесемочки вот такими вот кусочками. Так мы их еще не использовали. Но так же, как, собственно, и в топе. У нас
нас есть джинсы, и мы очень любим эту линию джинсовую. Она у нас идет, джинсы идут с рядом комплектов. Это вот такой тоже очень красивый топ с капюшоном под названием тоже «Война и мир». Он будет скомбинирован с джинсами и с такой вот прозрачной кружевной юбкой. Дорогие телезрительницы, я вам советую всегда быть самим собой, модными, индивидуальными. Сейчас модно быть самим собой, не быть такими, как все. Сейчас модно носить вещи не похожие, не такие, как у других, быть яркими, подбирать их под свою фигуру, под свое лицо, под свои цвета, а не следовать какой-то моде и не быть таким, как все. Сегодня в нашей квартире праздник, а значит и в вашей тоже. В гостях у нас сегодня... настоящая красавица, обворожительная певица, заботливая мама Алсу. Давайте поприветствуем ее. Спасибо. Дня путешествия. Какое самое незабываемое путешествие было в вашей жизни? Ну, на самом деле, мне кажется, что как бы судьба преподнесла мне много подарков в жизни, и в том числе и путешествия. Я с детства много путешествовала всегда, видела мир. В общем, все страны, в принципе, наверное, какие только можно. Ну, помимо вот в Азии я не была. Uh-huh. Вот. А так, в принципе, ну, самое яркое, не знаю. Наверное, остров Маврикий. Ну, честно. Да. А почему ты остановилась именно на Лос-Анджелесе? Ведь ты жила, понятно, в Татарстане, и в Лондоне, и в Москве. Вот почему именно сейчас что-то? Не, ну сейчас я в Москве, я вернулась. Лос-Анджелес это всегда было временное, как ага. бы, да, потому что я поехала туда, вот, как бы, родить ребенка. Ага. Первая причина это была климат. Климат, как бы, и второе, это то, что мне там было спокойно, потому что все равно меня здесь бы одолели журналисты и так далее. Даже когда я была беременна, меня доставали постоянно. Я представила себе, что такое будет, когда я буду рожать, и уехала. И мне там было хорошо и спокойно, и почти весь год прожила в лете, как бы. А где больше нравится жить? В России или за границей? Ну, конечно, в России, как бы... По разным причинам, да, но для меня всегда самое главное, это вот где я себя чувствую дома, где моя родина, где мои друзья, родители, близкие, это все здесь, поэтому... Скажи, пожалуйста, ты стала мамой, понятно, да, у тебя замечательная дочурка. Как это повлияло на тебя, когда ты все-таки, знаешь, вот как мне кажется, женщины делятся на две категории, да, до того, как они стали мамами, да, и когда они уже становятся так более женщинами. Так, как нам, это повлияло на твою жизнь, что в тебе изменилось, как ты сама это ощущаешь? По сути, да, как бы, как человек я не изменилась. Я имею в виду там мои какие-то морали, характер. Это все как бы осталось, как и прежде. И иногда до сих пор кажется, что мне 15 лет. Мне кажется, стало еще красивее. Вот, спасибо. Но что изменилось, это... Конечно же, я стала более ответственной, заботливой. И все равно, как бы, да, чувство материнства, оно, ну, и жены, и вообще и домохозяйки, и все вот в целом, что касается этого всего, оно, конечно, меняет человека. Повзрослела. Скажи мне, пожалуйста, вот еще такой вопрос. Мы можем тебя напрямую спросить, поскольку ты популярна не только в России, но очень дико популярна в Европе, и твою музыку знает абсолютно огромное количество людей. Скажи, шоу-бизнес российский, да, понятно, это отдельная тема для разговора. А Европе тяжело ли сражаться с мэтрами, тяжело ли находиться рядом, чтобы вот такого... Чем отличается тот мир от этого, от нашего? Ну, шоу-бизнес, он как бы шоу-бизнес, я думаю, и в Африке шоу-бизнес. Африканский шоу-бизнес, интересно посмотреть. Но, да, я с точки плана, наверное, с негативной, да, тоже много как бы лицемерия и таких как бы неприятных моментов, да, но тоже нужно как бы бороться за себя, да, и показать, что ты умеешь. Наверное, там сложнее, я бы сказала. Все-таки у меня там меньше опыта, чем в России, да, но мне кажется, такой серьезной конкуренции там все-таки больше, да, как-то вот... А с кем из мэтров и настоящих звезд ты сдружилась? Может быть, у тебя какие-нибудь появились там, ну, как бы, или были подруги среди певиц или актрис? Я не могу сказать, что я там с кем-то близко подружилась. Ну, пришлось, конечно, мы познакомились, пообщалась со многими. Вот, ну, так, чтобы близко ни с кем. Да я и даже из русского шоу-бизнеса близко ни с кем, так, в принципе... Очень с малым количеством людей. А как ты вообще относишься? Ты считаешь, что бывает дружба между женщиной и женщиной? Женщина и женщина? Да. Конечно, бывает. А дружба между мужчиной и женщиной? А между мужчиной и женщиной не бывает. То есть мужчина, когда дружит, все равно надеется. Потому что
это, ну, это абсолютно точно, как бы, я с этим сталкивалась, что вот мне казалось, да нет, мы же дружим. И все равно кто-то, или он, или она всегда будет испытывать какие-то вот... Сексуальные влечения. Как какие-то влечения, да, со временем, может быть, не сразу, да, но поэтому я считаю, что настоящей дружбы между женщиной и мужчиной не бывает. Скажи, пожалуйста, ты так хорошо, прекрасно, я бы даже сказала, выглядишь. Как удается вообще, что ты делаешь для этого? Что ты кушаешь, фитнес, чем занимаешься, каким видом спорта? Потому что мы, девчонки, нам всем очень интересно, как же так вот все это... Ой, даже не знаю, что и сказать, потому что... Природа. Мне всегда подруги все говорят, мы тебя за это ненавидим. Вот. Но на самом деле никаких усилий особых я не предпринимаю. Для того, чтобы как бы лицо свеже выглядело, мне главное выспаться, да. А, там фигуры, но особо я не предпринимала никаких усилий, чтобы, допустим, похудеть после беременности. То есть да все... я особо и не поправилась. Вот. Поэтому мне, в принципе, легко. Спортом я не могу сказать, что занимаюсь, может, там... Один раз, я не знаю. Скажи, пожалуйста, ты видела «Северное подарила. Сияние»? «Северное сияние»? Да. Вообще? Ну, вот вообще видела, да, да, просто. Да. Вот, мы еще не видели, но с удовольствием посмотрим его, поскольку у нас есть один ролик из интернета, мы не прощаемся с тобой. В данный момент сейчас зрители смогут подготовить свои вопросы, а мы посмотрим ролик из интернета. Зачастую в женской сумке можно найти все, что угодно. Я вот позавчера был у тебя на показе, честное слово, вынес вот это вот и положил себе в автомобиль. Расскажи, пожалуйста, что это такое и что, какое ты имеешь к этому отношение? Не совсем мой показ, это как бы родственник, это жена моего брата Юлии Сафина. Вот. У нее уже очень давно, уже много лет это ателье, и сейчас она решила открыть как бы бутик вечерней одежды. А почему тогда ты такая красивая? А почему я? Потому что, да. Потому что многие мои концертные наряды, они как бы вот я вшилась там, и вот по-родственному как бы я решила помочь. Да. И, в общем, до рекламы мы говорили о детях. Да, вы все-таки хочу я спросить, какое слово первое сказала твоя малышка? Что-то на своем языке, но вообще такое, что мы смогли или понять. Или это мама и папа. Нет, я имею в виду. А имя кто выбирал? На детском. Имя кто выбирал? Имя... С мужем ссорились? Ну, конечно, принимал решение последний муж. Вот, он сказал. Что я, в принципе, до последнего не знала. Он мне уже объявил об этом, когда уже на второй день. То есть он тебе такой волевой мужчина, как сказал, так и будет. Не, ну, конечно же, если бы мне совсем не понравилось, да, но он знал, что мне это имя понравится, потому что все-таки это моя девичья фамилия, просто ударение наоборот. Вот, поэтому мне было очень приятно. И моим родителям, конечно, тоже очень было приятно. А он вообще жесткий человек или справедливый, но... грозные. Есть, присутствуют все качества, смотря где, да, там в бизнесе, на работе он жесткий, дома он мягкий, пушистый. Поэтому... Давайте сделаем приятно, да, нашим телезрителям, которые прямо здесь находятся, между прочим, наши зрители непосредственные. Нет, ты можешь прямо любое вытягивать, да, начинать с первого. Сколько времени хватит, столько можешь отвечать. Много ли ты проводишь времени со своим ребенком? Я стараюсь максимально все свое свободное время проводить со своим ребенком, потому что я как бы всегда хотела быть хорошей матерью, там, не бросать ребенка на няньку, ушла, убежала и все, забыла. Нет. Поэтому вот когда у меня что-то, какая-то съемка, я бегу туда и сразу же обратно домой. А второго планируешь? Конечно, хочется. Я вообще хочу большую семью. Сколько? Вот, пять? Ну, как получится. Давайте шире. Здоровье позволит. Но вообще, я считаю, что когда есть возможность, да, что нужно рожать максимум. Тогда есть возможность еще один вопрос. Да, обязательно. Понимать демографическую ситуацию. Действительно, да. Президент попросил, нужно делать. Скажите, кем бы вы стали, если бы не пели? Ну, я все равно творческий человек. Вот, поэтому, если бы я не пела, там, не играла в кино, я бы,
наверное, что-то вот связано с руками. Я бы рисовала. Вязала? Нет, не вязала. Я бы рисовала, лепила, шила. Вот, я не знаю, ну, вот что-то, может быть, с дизайном связано. Ну, я потому что в свободное время, в принципе, это как хобби. Я рисую дома, вот, много. Картины продаешь? Картины. Не продаю, но одна моя картина на благотворительном бале, как бы, ее купили. Мне очень приятно. Ну, все здорово. Давай, еще вопрос есть? Так, еще вопрос. Так, а как начиналось ваше творчество? Свое первое выступление, помнишь? Да, конечно, я как бы много об этом говорила. Ну, начиналось вообще, когда я спела у брата на свадьбе, меня заметили. А сколько лет тебе было? Мне было 15 лет. И, в принципе, с того момента очень-очень-очень быстро все начало развиваться. Я сразу же записала несколько песен. И вот буквально через полгода уже, вот в январе или феврале, вышла первая песня «Зимний сон». И совершенно... Взлет, на самом деле. Успех очень такой, взлет был очень яркий, быстрый, головокружительный. Тебе понравилось? Не отразилось это на тебе тогда? Башню, знаешь, как у многих случается, у нас башню так раз подсносило. Болел, это звездные болезни. Болезни, да. Какие таблетки я пила. Не, ну я с уверенностью могу сказать, что я никогда не болела, и могу сказать больше, что мне это не грозит, звездная болезнь. Я просто так, другого склада человека по характеру, по воспитанию. Так, дальнейшие творческие вот, планы. Пожалуйста, вот, пожалуйста. Спасибо вам, девушка. Есть дальнейшие, конечно же, творческие планы. И я, ну, помимо того, что я просто жила и ребенком занималась в Америке, я продолжала работать, записывать, сняла новый клип перед отъездом. Вот, и сейчас он буквально вот... Буквально-буквально. Вот должен выходит. Вот-вот должен выйти. И новая песня, которую я, кстати, сегодня как для вас песня? Вспомню. Называется «У моей любви». На русском? На русском, конечно. И весь альбом на русском. Я практически думаю, как и полстудии, просто зачарованные, и умолкаю, поскольку впереди у нас Алина Великая, шопинг-терапия, а Су у нас появится в конце программы и исполнит эту самую долгожданную новую песню. Доброе утро! Я Алина Великая, многократный победитель Олимпиад по выгодным покупкам и шопингу без правил. Сегодня на сеансе нашей терапии мы будем выбирать вещь, без которой просто не обойтись в период холодов и дождей. Это повседневная куртка. Вперед! Правило номер один. Куртка с трикотажными вставками. Такие приносят не столько функциональную, сколько модную пользу. Идеально гармонируют с другими трикотажными вещами вашего гардероба. Делают даже самый простой крой куртки изысканнее. На показе Макс Мара такая куртка выступает в сочетании тон в тон с остальной одеждой. И даже ее ярко-оранжевая подкладка обыгрывается ремнем в цвет. Скромно, но со вкусом. Правило номер один. Куртка с трикотажными вставками. С этими рукавами модель смотрится просто, но не слишком. В результате она подходит и для похода в офис, и для загородной поездки. Правило номер два. Объемная куртка-пуховик. Этот объем нужно выбирать исключительно на свой вкус. На знаменитой модели Лили Коул на показе Ан Валери Аш была надета мерцающая зеленая куртка экстраобъемной формы. Этот вариант без сомнения подойдет для тех, кто готов выделиться из толпы любыми способами. А канадская певица Нелли Фуртадо предпочла более сдержанный вариант куртки-пуховика. Белоснежный цвет, широкий воротник и никаких лишних цветов и деталей. Смотрится не хуже. Вот эта куртка сдержанная и практичная. Усилить это впечатление можно черным шарфом, а исправить наоборот ярким. Правило номер три. Куртка мужского кроя. Классика мужского гардероба, куртка с четкими графичными линиями, может стать гармоничным дополнением и к женским вещам. На лос-анджелесском показе Элвин Вейли такая куртка выступает в роли практичной casual вещи и сочетается с яркой блузкой и спокойными брюками. Получается очень офисный. А актриса Линдси Лохан надевает похожую модель и создает более свободный образ благодаря модной многослойности, леггинсы и объемная серебристая сумка. Я сначала думала, мужская модель. Нет, нормальная женская куртка. Надеть ее с узенькими брючками и с высоченными каблуками, и вопрос об унисексе просто неуместен. Боитесь, в этих магазинах вас укусят цены? Тогда следуйте за мной, я покажу вам, где этого точно не случится.
Эта модель создана для тех, кто считает, выглядеть празднично надо каждый день. Здесь есть и трикотажные вставки, и красивый цвет, который к тому же еще и блестит. Не налюбуюсь. Эту куртку смело можно назвать аскетичной, в том смысле, что никаких лишних цветов, деталей, только черный и талия. То есть она готова ко всему, ну, в плане сочетания с другими вещами вашего гардероба. Традиционно мужская модель куртки должна идеально смотреться с самыми модными, с самыми модными женскими вещами. Объемной сумкой, брюками скини и ботильонами. Смотрите. Ща-ща-ща-ща. О! Супер будет! С вами была Алина Великая. Присоединяйтесь ко мне каждое утро на канале ТНТ. Удачных вам покупок! Чтобы сделать каждое ваше утро незабываемым. Необычные путешествия – тема сегодняшнего дня. И сегодня мы расскажем вам о том, какие смс вы нам прислали. Первый смс. Собиралась в Тунис, изучила историю и традиции страны. Оказалось, что у них показывать пятки является оскорблением. Приехала на пляж, ступни в песок взрывала. А когда сказала одному из арабов об этом, он рассмеялся. Сказал, что традиция давно устарела. Смеялся так. Представляешь, она на пляж приехала и пятки в песок взрывала. Боялась пятки показывать. Читаем следующий смс. Попробуйте взобраться до Эльбрус. Метров это когда 3800 килограммы. Высота, что это, над уровнем моря. И выпить немного спиртного. Очень интересный эффект. Получается кислородное опьянение в квадрате. Отличный способ. Спасибо. Будем пробовать. Был в Турции. Говорили, что там все дешево. Зашел в ресторан, заказал еду, а вино на выбор официанта. Выставили счет. Оказалось, что у официанта неплохой вкус. Бутылка вина мне обошлась в $700. Но все равно остался доволен. Я бы с официантом поскандалила бы. На самом деле, в Турции действительно обманывают так очень часто, поэтому будьте осторожны. Зашел в магазин в Чикаго. Хотел сфотографировать интерьер, но подошла охранница и сказала, что это запрещено. Я что-то ответил, а она мне говорит по-русски. Ты откуда? Очень удивился. Приятно, когда повсюду свои люди. Действительно, какое удивительное событие. Везде русские люди. И в Америке, и в Турции, совсем и в Израиле. Скоро. Нам в гости придет Михаил Кравченко, успешный бизнесмен и настоящий путешественник. Звоните нам по телефону 7837-300. А еще прямо сейчас рубрика «Люди в шоколаде». Завершение. Это утро на канале ТНТ. Я дизайнер Маша Шароева, и я представляю сегодня свою новую коллекцию весна-лето 2008 года. Это хлопок разный, плотный, тонкий, тончайший, прозрачный, и шелк тоже разный, летящий, плотный. Много винтажных деталей, именно деталей, а не вещей. Вот, например, это кусочек старинной блузочки с конца 19 века. Превратилось вот в такое платье, почти что свадебное. В этой коллекции очень много аппликаций. Из разных совершенно тканей тоже и цветов вырезанных. И ткани тоже с ярким рисунком, как будто это аппликация. На самом деле вот такое сочетание, которое можно только вблизи рассмотреть, как на самом деле это выглядит. Разные сетки, тоже многослойность. Вот, на мой взгляд, очень красивое сочетание, когда рисунок под сеткой, а сверху одевается вещь без сетки, как будто бы вот такой вот ретушь такая. Вообще все вещи и ткани, мне хотелось в этой коллекции сделать так, чтобы это было, подобрать ткани так, чтобы было ощущение, что это написано рукой художника. Это ткань в сочетании с аппликацией. Вот моя любимая. Это такой лен. Тонкий, тоже немножко как будто потертый, стертый рисунок. И вот такая чудесная моя любимая деталь на сетке, вышивка. Ну, ей лет 50 точно. Такие вот вещи совершенно прозрачные, летящие, которые можно одевать как на голое тело, так и на какое-то красивое белье, на кружевной топ. Мои вещи, они очень концентрированно выглядят, как будто такой, как концентрат сока. Все такое насыщенное. Если это одевать, например, с джинсами, с какими-то жакетами, может совершенно по-новому современно выглядеть. Желаю вам, дорогие женщины и девушки,
первую очередь быть счастливыми, любить себя, любить окружающий мир и быть красивыми, и ничего не бояться. Друзья мои, очень приятно, что люди бизнеса имеют такие регалии, которые я сейчас перечислю. При упоминании слова «миротворец» мне вообще стало очень хорошо. Мы, кстати, вернем сейчас к этому, вы расскажете нам, что это такое обязательно. Итак, академик Райан, лауреат государственной премии «Российский национальный Олимп», обладатель премии «Лица 2006» в номинации «Бизнесмен года» и «Миротворец», путешественник, который за последние 3 года побывал в 28 странах. Между прочим, все это о вас, Михаил Кравченко. Настоящий мужчина сегодня. Так приятно сидеть рядом с вами. Расскажите, вы действительно объездили весь мир? Какой же весь мир? Весь мир не объедешь. Нашу страну только жизни не хватит объехать. Ну, конечно, было во многих странах, особенно в южных. Мне нравится смотреть на то, как живут, и жить вместе с ними. Потому что в центральных столицах мы видим только как бы унисекс. Почти все города, они похожи друг на друга, не отличаются. Но если побывать в разных районах поглубже, где народ живет своей жизнью, настоящей, которая сформировалась за 1000 лет, там, конечно, своя атмосфера. И там действительно свой характер каждой страны. И вот я ездил по разным странам и жил среди папуасов, и пигмеев, и с индейцами в Южной Америке. Как у вас-то получается? Вы же такой занятый человек, вы же настоящий успешный бизнесмен. Знаете, а тоже это время такое свободное? Долго-долго это все не пускало. А потом вдруг я... Были случаи, когда меня жизнь заставила куда-то отъехать. И вернувшись обратно, я понял, что все проблемы, которые все время сдерживаешь, им надо немножко дать вызреть. Как прыщик, понимаете? И тогда все легко можно понять, что убрать. А иначе все время их шлифуешь, а... Как это было, мы можем увидеть, вы можете увидеть прямо сейчас на ваших экранах, поскольку вы принесли очень интересное видео. И давайте нам свои комментарии, как это было, где это, что это. Это вы! Да, это... Ух ты, что это? Что это за место? Папуа Новая Гвинея. Вы берете с собой оператора, да? Мы стали с какого-то времени брать с собой оператора. Потому а что это за племя? Жалко, что происходит такие, вообще? Такие кадры никому не будут показаны. Кто это? Что мы это? Прилетели, что это за племя, да? Прилетели как раз в Гвинею. Это еще место, где местные жители пересекают цивилизацию. А это уже у них это хижины. Черные ангелы. Это я специально взял крылышки, потому что мы приехали через год опять к этим же племенам. Я уже их знал. Вот на такой высоте живут аборигены. А это действительно племя людоедов? Да. А как вообще вы решились на это? Вы знаете, эти люди, они специально не убивают, чтобы есть. У них просто традиция такая, если кто-то погиб, именно здоровый, они его просто съедают. Зачем? Просто съедают. Ну, к нам это непонятно. Но это не означает, что это плохо или хорошо. Они же специально для еды не убивают. А сложно найти с ними контакт, с этими людьми? Сначала, конечно, есть чувство такое, что ты не ожидаешь, что с ними будет. Поскольку они там хозяева в джунглях, понятно, что они владеют ситуацией. А ты не знаешь, как отреагировать. Не знаешь этих джунглей так хорошо, как они. Но через некоторое время, когда ты показываешь, что ты к ним не имеешь ничего, никакого зла, никакой хитрости, то совершенно нормально тебя принимают как гости, просто как с другой планеты, что ли. Но они тоже видят, что человек и такие же у нас желания, как и у них. Поэтому легко общаться, и они... дают легко понять, что, ну, то, что нужно человеку, что можно разговаривать. Совершенно страшно было, вот прям вот. Сколько вы там пробыли? Сначала страшно было. Ну, это вот, говорим, из Папуа. 2 недели я жил с этими племенами, которые вообще не знают цивилизации, которые очень далеко от всего, от всей суеты этого мира. А чего им учить? Им достаточно то, что у них есть. Это счастливые люди. Было ли вам страшно сначала? Нет этого бесконечного бега за потреблением. Что еще чего-то не хватает, что-то еще надо купить, что-то модное. У них что есть, этого достаточно. И они этим счастливы. У них дети воспитываются вместе все. Нет конфликтов между детьми и взрослыми. Так интересно. Это как? А на базе чего иметь конфликт? Проблема отцы и дети для них неведома. Не существует. Ну ты на мою пальму залез, а ты с моей девчонкой ушел. Да это все легко решается. Но они далеко не решаются. Они не нарушают вот эти пространства друг друга. Оно все очень просто по природе решается. А у нас конфликт с детьми возникает, потому что ребенок живет в одном понимании в семье, выходит в школу, а там другие понимания. И у него начинают конфликты быть. Там же они живут в едином мире. У них нет другого взгляда. Они не могут оценить, плохо или хорошо. Они просто живут, как им дано. Поэтому гармония такая получается. Конечно. Так все-таки вот миротворец, это благодаря чему или благодаря каким обстоятельствам вот этот вот титул был получен? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, это же символичная вещь.
Это просто не я себе выбирал, это просто вам дали. Одно из званий, которое дали фонды. Потому что как бы, вот это передвижение, может быть, они это обосновали как передвижение между странами, как связь народов. Ну что ж, у нас есть телефонный звонок, поскольку мы, слава богу, имеем эту возможность. Давайте выслушаем человека, к нам дозвонившегося. Доброе утро. Доброе утро. Ваш вопрос. Алло, здравствуйте, меня зовут Константин. Да. Я очень люблю путешествовать. Я много где бывал, но чаще всего это были какие-то попсовые места со стандартным набором развлечений. И вот я хочу спросить, куда бы вы посоветовали поехать, чтобы получить солидную дозу адреналина, в то же время, ну, не покалечиться, просто жить очень хочется тоже. Не покалечиться адреналина. Хороший вопрос. Но для кого-то даже переночевать в палатке в Подмосковье – это уже адреналин. Поэтому что можно посоветовать? Так. В джунгли, я думаю, вам нужно посоветовать. Точно развлечение вам гарантированно на всю ночь. Ладно, еще на проводе? Нет. Тогда спасибо вам за звонок. В джунглях он может погибнуть, а может и не погибнуть. Мы же не знаем его уровень. Но если он все время по пустым местам мотается, то, конечно, ему лучше всего все-таки выбрать какие-нибудь страны, пусть даже европейские, и самому на машине проехаться по ним. Только не по плану, примерно нам есть иметь маршрут. И останавливаться там, где ему захочется, а не там, где ему там гид сказал. Тогда он, да, это самое главное, то почувствует саму жизнь, потому что он будет управлять пространством. Он может закончить путешествие раньше, может продолжить, может где-то зависнуть. Мы, тем не менее, продолжим. У нас есть второй телефонный звонок. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы и ваш вопрос. Алло, доброе утро. Меня зовут Ксения. Я скоро выхожу замуж, и я хотела задать вопрос Михаилу. Что бы он посоветовал, как провести свадебное путешествие? Просто мы с моим молодым человеком никак не можем выбрать страну, где будет тихо, спокойно и романтично. Тихо, спокойно и романтично. Времени людоедов. А вы своим любимым разделяете взгляды? У вас... Одно и то же понимание, как вы хотите провести романтический месяц свой. Ну да, мы хотим, чтобы было уютно просто и спокойно, чтобы нас никто не трогал. Понятно. Если вы вместе хотите, то, конечно, вам лучше всего, если позволяют деньги, уехать куда-нибудь на Мальдивы. Это лучше всего, когда вы друг другу принадлежите на этом острове, где вы не видите даже обслуживающего персонала. У вас спокойное, ровное море. Вы находитесь целыми днями друг с другом и можете даже на ночь сказки друг другу читать. Это лучше всего. Запомнится навсегда. Правда, тихо и спокойно. Больше, может, 10 дней вряд ли выдержите. Но первые 7 дней вы будете счастливы абсолютно. Без телефонов. Без телефонов, без звонков, без смс-ок. Главное, чтобы все отбросьте. И все даже посторонние мысли только принадлежите друг другу. Это самое главное, если говорить про то самое время, которое хотите запомнить навсегда вдвоем. И вот еще очень хотелось, Михаил, все-таки пару советов тем телезрителям, которые нас сейчас смотрят, прежде чем отправиться в отпуск или там в какую-то командировку в новую страну, прежде всего, о чем нужно подумать и к чему нужно быть готовым? Ну, смотря как вы отправляетесь. Если отправляетесь в обычную туристическую, то за вас все подумали, вы от всего как бы не переживали, а за вас все уже давно все решили. Будут знать, куда вы пошли и что с вами происходит. Если вы хотите действительно что-то интересное, то намечайте маршрут сами. Сделайте так, чтобы вы выбирали эту жизнь, пусть даже вы не знаете, где вы остановитесь. Хотя некоторые люди, которые хорошо владеют интернетом, они могут бронировать гостиницы по своему ходу, устраивая свои поездки. Но на самом деле можно поехать, даже ничего этого не создавая. Главное, чтобы вы сами создавали свою жизнь. Спасибо огромное. На этой чудесной ноте, да, я думаю, мы и подытожим. На сегодня у нас в гостях был Михаил Кравченко. Спасибо вам, что пришли к нам в гости и рассказали о таких необычных путешествиях. И показали нам все это на видео. Замечательное утро. Прямо сейчас для нас поет Алсу. Ну, а мы желаем вам всего доброго. Спасибо, что смотрели нас. И самое главное, помните, будьте аккуратны, где бы вы ни находились. А у моей любви всего одно крыло, я больше не летаю, мне тяжело. А у моей души всего одна струна, и ты на ней играешь полутона. Только в ответ тишина, но ты же знаешь, как это. Небо рукой и почувствуешь свет моей.
синим, самой яркой звездой, словно миражи, по сердцам две души. Мы слабые для сильных, но свои для чужих.